Можно наш водопад украсить укладкой гофре. Будет вообще умопомрачительный вид. Берем около каскада. Предварительно можно волосы покрыть антипригарным устройством. Продается такое, чтобы плойка не портила волосы. Гофрируем пряди только те, которые у нас из каскада выступают. И создаем таким образом впечатление струящейся воды. Такие вот отдельные струйки должны получиться. О, красота какая получается. Это вот дым идет, это как раз волосы, обработанные средством, предохраняющим от ожогов. Очень быстро эта прическа делается. Если вы потренируетесь даже один раз, то вместе с укладкой гофре за полчаса эту прическу можно изготовить. Младшей сестричке можно сделать, подруге. Вот только верхнюю часть берем, потому что если мы захватим всю прядь в целом, она будет очень толстая, и гофре четкая и глубокая не получится. Поэтому мы берем только ту прядь, которая у нас завита в каскаде. И последняя. Вот наша прическа, каскад с укладкой гофре, готова. Смотрите, какая красота, как играют волосы. Очень красиво.